Всем привет! Продолжаем проходить Dying Light. Появляются все новые и новые тут какие-то мини-задания. Даже их имени не назвать. Развилка. Народ. Поэкономьте-ка желтокорень, который добывал для нас Сабит. Потому как никто не знает, куда наш друг запропал. Если кто-то услышит о нем хоть что-то или заметит его где-то, сразу дайте мне знать. Джасир. Я видел твою записку. Кто такой Сабит? Да, он достал лекарства, раз в неделю он приносил нам свежие травы. Но от него нет никаких вестей. Я знаю, скорее всего, он мертв. Даже уверен. Он собирался стать безликим, убить его было непросто. Есть мысли, где его искать? Ведь нам нужны еще травы. Он жил в хижине на том каменистом острове. Там же хранил запасы лекарств. Будь осторожен. Если Сабит попал в беду, дело не шуточно. Дело не шуточно. А что у тебя? Задание висит. Расскажи мне об этом Сабите, чем он занимался до эпидемии. Работал лесничим, гордый и смелый человек, предпочитавший обращаться с животными, а не с людьми. Да уж, знакомый типаж. Это случилось не сразу. Он даже не верил поначалу, и только обретая благословение матери, он решил, что будет помогать ей всем, чем сможет. И тогда он стал приносить вам лекарства. Он помогал общине в разных вопросах. И при этом жил в той хижине. Путь не близкий. Вот этим-то Сабит и выделялся. Он ничего не боялся. Даже чудовищ. Те, что живут в темноте. Он ходил по ночам, как ни в чем не бывало. Между отвагой и безумием тонкая грань. Навыки. Навыки. Чинить. Так. Научитесь лучше ремонтировать. Вот это полезно. Сабит. Ух ты. Километр. Вот это прикольно. Особенно пешком. Мы знаем, что ты все сделал, восстановил подачу воды. Но от этого... Но стало только хуже. Безводье. Чье? Че там у них? На насосной станции случилось что-то плохое. Да, там, наверное, дядя какой-то большой пришел. Сложность нормальная. Тихо. Надо посмотреть. Топливо в порядке. Ремонт. Ремонт не требуется. Устанавливать нечего. Отправляемся в путь. Выживший. Так. Ну. Путь уже знакомый. Пристегните ремни.
будет небольшая тряска. Да, неудачно помог. Ух ты, это же этот взрывоопасный. Как-то я его не заметил. Я хоть туда еду. Тут столько развилок. Ну, где-то тут примерно туда. Опа. Сколько не езжу, я еще не переворачивался на этой телеге. Как-то не попадало такого момента. Кувыркнуться. Прыжок не удался. О! А вот и момент. Сколько тут? 90-112. Прикольно. Колесо крутилось. А где анимация? Как он ее переворачивал? Куда я тут заехал? Надо вниз ехать. Или не вниз? Где-то там за горой. Ох, какая хорошая машина по горам. Летает только так. Есть кто живой? Мы тут в ловушке возле дом. Дом у реки. Вижу я там никого у вас тут дома. Где-то он тут на скале живет. Или это остров? Это как бы остров. Кто-то там орет, кого спасать не вижу. Ого. Тут траву есть какие-нибудь полезные подводные? Дерьмище, ничего не видно. Уши заклала водой. Ничего не слышно. Сейчас меня там плевун заплюет. Забирайся на камни. На вообще. Курить вредно. Вышка. Что-нибудь там есть полезно? Даже не закрыто. Удивительно. Приз гонок. Где-то ты тут, значит, на скале живешь. Ага, я уже вижу, покуда залезти.
как бы не убиться. Как бы не убился. Оп. Это, может, единственный путь? Или не единственный? Интересно. Вообще-то правильно иду? Хрен его знает. Ну, пошли посмотрим. Тут какие-то цепляться. Ну. Оп. Оп. Интересно. Это единственный вход. Если вообще это можно назвать входом. Подниматься-то он поднимается. Эй! Ух! Пойду-ка лучше посюда, чем в пещеру. Где-то тут. А где, непонятно. Кажется, я выбрался. Где полезные корешки? Тут ничего не растет. Кто-нибудь есть? Конечно. Да ну нахрен. Да ну нахрен. Какой-то спортсмен. Бомбанулся даже. Отлетел на 30 метров. Да как так? Такого не может быть. На он, прикури. Там какой-то нефтеперерабатывающий завод. Или чё там? Хрен его знает чё. Я сразу запинаю. Это все? Еще есть желающие? Желающих нет. Обгорел. Входа, как обычно, нету. И
Или надо сидя? Найдите траву в хижине Сабита. Это... Что за херня? Это что за нора такая там? А может это нора вон там и есть, которую я видел, когда шел сюда? Пещера. Что-то у меня не идет. Jazeer, there's a goddamn volatile hive under this hut. Half of Sabit's stuff ended up down in a cave. Он, похоже, провалился в гнездо. И не выжил. Значит, он погиб. Wait, I think I heard something. Новая запись. Возвышение над плотью. Чё там такое? Где задание? Блин, вот дерьмо. У меня, блин, оружия-то... оружия нет нормального. Найти травы. Надо прошмонать его. Хижинку. Сабит провалился в нору. К этим прыгунам. Молоток. В сундуке. Кто вообще хранит молотки в закрытых сундуках? Еще бы в сейф и затолкали. Че, открыть не можешь? Травы найти. Куда травы делись? Нет тут никаких трав. Как я это гнездо выкашу? День ведь на дворе. Пол пятого. Отнеси травы Джасиру. Вот они, травы-то. Не надо ни в кое гнездо идти. Нахрен. Сваливаем. Обратно-то не идет. Что-то там голова мешает. А вдруг и не положено обратно идти? Да как так? Ты давай ляжь на живот и пролезешь. Груз отобрали. Хрен на ваши грузы. Как отсюда вылезти без этой норы?
А чё такое мигает? Кружок внизу. Это какое-то другое задание. Под хижиной нашлось гнездо прыгунов. Сам он скорее мертв. Но я не могу сказать с уверенностью пока, что не увижу тело. Лучше туда не соваться до наступления темноты. Это точно лучше туда не суваться. Потому что я уже знаю, что там творится. Проходи уже видео, тут кроличья нора называется. Это просто капец днем проходить. Тут можно спуститься. Может, не убьюсь. Ах, херня. Ой, да еще раз херня. Тут где-то плевун был. Ушел, наверное. Заводи! Заводи! Две зомби хотят машину сгрызти. О, качок. Качок отстал. Я решил закрыть свою лавку и переехать. Приходите все на распродажу. Кто-то что-то там продает. Дерево! Сволочь! Сыросла внезапно. Кто там что продает? Ну-ка покажу. Свой товар. Вот лучший товар. Лучше не бывает. Сейчас твой товар посмотрим. Пластик, кофе. Болванчик. Давайте что-нибудь продадим. Попей вон кофейку. Погури крутых сик. Ломик 60-50. Предмет дня. А где бита дня? Под соточку. 5 ремонтов. Выдерживаю. Семьдесят, восемьдесят, сто. Мне интересно у вас товар, товарищ продавец. Куда-то я уехал.
проеду туда. Вход в гнездо. Какое нахрен гнездо? Не надо нам гнездо, не надо вернуться. Принести травки дорогому Джасиру. Там гнездо этих прыгунов. Мимо. Взорвался эти зараза. Привет, дружище. У тебя, наверное, есть что-то крутое. Тринадцать тысяч. Ой. Что за цены? Драконовские у тебя цены. Вот полет так полет. Джасир, я траву нашел. Что с ними делать? Будем с этими травами. Что вы стоите, видите эти? Еду. Надо разбегаться. Уже темнеет. Ты где, дорогой друг? This is what you needed, right? It is. Вот он, трава твоя. Спасибо, ты очень помог. Жаль твоего друга. Спасибо, все нормально. Теперь мы хотя бы знаем, что с ним случилось. Вот и отличненько. А на этом... будем заканчивать видео. Странная просьба. А что это за кругляшок? Просьба о помощи. Беги, бегун. Наверное, это записка. Ну ладно. На этом все. Всем пока. И до новых видео.